немножко сепарируем, тоннельчик сделай. И, то есть можно вот такими движениями прям, видишь, разрывать вот эти связи, которые формируют морщинки. То есть это будет у нас дополнительный коллагеностимул. Мы пока, видишь, пустой конюлей, я не ввожу препарат. Очень хорошо вот сюда зайти, если позволяет. Но вроде хорошо сейчас идет все. Да, вообще хорошо. Да. По сравнению. Да. Не добиться никогда иглой такого эффекта. Почти. Больше, больше выходим. Почти до конца. Молодец. Отлично. Над верхней губой зайди обязательно. Еще? Умница. Все получилось. Но не заходит. Хорошенько просепарируй. Вот, умница. Я вижу, что слой иглы где надо в конюле. Губокраевой залом тоже просепарируй хорошенько вот эту марионетку. Юля, как дела? Комфортно? Хорошо, да. И прям зайди, где кисетные морщинки над верхней губой, туда зайди, посепарируй хорошо. Неприятно, больно, но там очень хороший эффект дает омолаживающий. И лифтинг хороший. Ну, вот видим с этой стороны уже разница хорошая. Вот, молодец, сейчас дошла как надо иглой. У тебя вышла почти конюля. Тут раз не выходила. То есть вот, смотри, я приподнимаю немножко и помогаю себе второй ручкой. Вот, через сопротивление. Вот, видишь, как разрываю вот эти вот связи, морщинки. И тут начнет новый коллаген вырабатываться. Чуть-чуть их заполнили. Вот, смотри. Я прям до сих пор чувствую сопротивление. Не больно так, Юль? Нет, вообще. Вот, хорошо. И комфортно, видишь? И просепарировали все вот эти. Тут можно просто, если отечный пациент, ну зайди ты просто посепарируй. Мы разорвем вот эти связи. Тут будет коллаген новый. Стимулируем выработку коллагена. И даже за счет этого у нее пойдет эффект лифтинга очень хороший. Вот, я прям чувствую. Видишь, как? Слышишь даже хруст? То, что нам надо. Вот, вот такими движениями быстренько-быстренько посепарировала. Очень полезно. Даже на пустой игле. А когда мы препаратом это все зальем, вообще красота. Вот, и хруст такой мы слышим. И то, что нам надо, короче говоря. Да, молодец.